Приветствую вас, геймеры! Меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Pokemon Fire. Остановились на том, что будем ловить мы Снорлакса. Да. Так, Покефлейта. Покефлейта. А я и не знаю даже, слушайте. Ну давайте, попробуем. Попробуем Покефлейтой забраться. Да, на пути нам встал огромный Снорлакс, которого мы хотим, кстати говоря, поймать. Да, было бы неплохо его поймать. О! Слушай, у Чаризарда отличная атака, на мой взгляд. Вот сейчас... бабахнет. Так, отлично. Так, и в сумочку. Грейтболом его. Надо попытаться. Давай. Давай. Yeah. Поймали. Give nickname to the Snorlax. Был помещен в бокс номер один. Так, все. Отлично. Давайте я сохранюсь тут, на этом моменте. Все-таки он довольно-таки значимый. Ну-ка, рыбачок, что ты мне дашь? Я обожаю рыбалку, чувак, да. Давай. Я получил супер удочку, ребятки. Давайте, может, порыбачим сейчас. Так, Magikarp меня не интересует. Меня интересует покемон под названием Поливак. Так, вот это покетренер, по всей видимости. Там со мной сразиться хочет. Так, покемон. Давайте, наверное, Чаризарда и оставим. Он будет послабже. Конечно. Но... но это даст нам шанс его... ну, в смысле, Поливага не ушатать за один удар. Нам же его поймать надо. Так, ничего не случилось, говорят мне. Тут вроде нажать надо в какой-то момент. Я пытаюсь нажать. Да, покемон. Какой-то. Хорси, слушай. Неплохо. 18 уровня-то. Хорси, кстати, нормальный пок. Можно его поймать тоже. Так. Так как крыльями... давайте стальную атаку предпримем. Она... не сильно должна бить. Ой-ой, пузырьками меня сейчас отфигает. Ну, не очень сильно-то. Так, атака крыльями. Давай пламечко. Блин, вынес. Бывает. Ну, ладно. Ну, это не поливак. Я бы поливага хотел словить. Так что ладно, не страшно. Так, еще один Хорси. Ну, это маленький уровень, не хочу ловить. Мы попробуем еще раза три удочку забросить. И, наверное, не будем потом никого ловить. Если не повезет. Ух ты, слушай, прикольно. Гердос. На ребятки Гердос меня не интересует тоже, как ни странно. Мне нужен именно Поливак. Ну, может быть, Поливайру, если
Если уж так все плохо будет. Так. Хорсин. Тут одни драконы ловятся. Слушай, 24 уровень. Нет, это слишком вкусный покемон, чтобы от него отказаться. Давай я попробую пламенем его. Ох, слушай. Ровно. Давайте покебол обычный кинем. Так, сумочка. Покебол лови. One, two, three. Взяли Хорси. 24 уровень, это слишком уж сурово, чтобы пропускать. Так, give a nickname to the Хорси, нет. Так, и последний раз закину удочку. Может, что-нибудь найдем интересное. Поливак, пожалуйста. Нет, еще один Хорси. Ну нафиг тогда, пойдем отсюда. Надо во всяких ручейках искать. Так, я сохраню игру. На этом моментике. Обойду тренеров. О, тут мы все равно сразимся с кем-то, так что немного я потеряю. Недоганище выпустили против нас. Так, я предприму... Да господи, огнемет предприму и дело с концом. И Нидорино, то же самое. Усё. Нашел железо я. Пригодится штука. Так, мужичка мы обошли. Чё-то в кустах можно. Точнее, кого-то в кустах можно поймать. Ну а почему бы и нет? Давай посмотрим. Да, отлично. Ради пиджеев мы сюда и пошли. Ладно, давай еще два раза проверим кустик и уйдем отсюда нафиг. Ох, а вот это вещь, слушай. Надо сохраниться срочно. Я хочу его поймать, поэтому во что бы то ни стало, надо... С ним сейчас... Как-то разобраться. Винонат использовал конфузию. Вижу. Так. Ну-ка, есть у меня покемон какой-нибудь, который не очень сильно его поганит. Вот, фарфетчит, может. Ёлки-палки. Ядовитую пыльцу использовал. Клевок. Давай губку попробуем. Винонат использовал суперзвук. Но все. Вроде разобрались. Осталось покебол закинуть и поймать нашего доблестного Винаната. Покебол вперед! Раз, два, три. Пойман. Отлично. Обожаю ловли. Когда они успешные, естественно, обожаю их.
Так, Винаната надо будет потом поднять в тиму в нашу. Ой, я случайно нажал. Ой, зашел в кусты. Нифига тут Пиджей 27 уровня уже вводится. Ну, можно будет Винонатов покачать всяких. Потом. Так, Фарфетч'd у нас помрет, к сожалению. Но это уж... Ой. Блин. Это уж из-за того, что порошок ядовитый нам дали. Голдин. Йолы-палы. А у меня череза. Ну давайте попробуем атаку крыльями предпринять. Может он вынесет. Ой, господи, это что такое? Что-то там про огненную силу сказали. О, пулевак. Ну, будем реалистами. Не будем против пулевага использовать огненного покемона. Так, файт. И давай каратеху. Кайтанули и вынесли. Ну и Хорси точно так же. Сейчас вынесем. Я даже секретную силу, наверное, использую. Пувырики. Пуфырики. Так. Секретная сила еще раз. И готово. Вот не к добру это. Так. Все. Чокнутые близняшки. Я не помню, куда нам идти, в какую сторону. Тут. Давай я сохраню. Ой. Сохранюсь. Да, сохранюсь, естественно. Естественно, сохранюсь. Чтобы сейвы не крышились. Ничего тут не было. Надо сохраниться. Два покемона всего. Клефери. Клефери они мясные, надо огнемет использовать. И Мяут, давайте Праймы попустим, чтобы он его надрал как следует. Карате Чоп, пожалуйста. Ох ты, слушайте, а вот это не смешно. Они нам дорогу загородили. Так, Ротату огнеметом бьют только дурачки, по-моему. Пикачу? А вот это прикольно. Ну что, Пикачу? В огнеметах не желаешь? Все, нету Пикачу. Ну, еще одна Ротата. Давай, наверное, Праймейпу уровень набьем. Там ему чуть-чуть осталось буквально. Карате Чоп. И готово.
Да, вот только как мне пройти теперь сюда? Ну ладно, сейчас. Приняв, вынесем тут. Ой! Пулевак. Пулевагович. Пулевагов. Ну ладно. Вынесли все-таки. Так, еще один поливак. Давайте чарика вкачаем. Два одинаковых покемона. Скорее всего, опять будет вынос. Да. Вынесли. Так. А, вот, смотри, мы сюда пройти можем. Там какие-то ништяки предлагались нам. Дохлый фарфетчд. Взял и рубку использовал. Так. Что за покемоны тут? Глюм. Глюм это прикольно. Но глюм меня не интересует. Чем фишка-то? Да. И он с одного удара убивается. Чариком. О, зато смотри, сколько опыта можно нарубить. Круто. Пиджей 27 левела, это, конечно, меня не интересует совершенно. Ну и давай еще один разочек. Еще пиджей. Ну, в общем, что-то был спраутов, я тут вообще в игре не видел. Ни одного. Дикого. Ну-ка, может сейчас попадется? Нет, конопля только. 22 левела. Ну, видимо, тут одиши водятся. Одиш у меня есть. Так. Ну, пошли, значит, вниз. На юг, в смысле. Байкеры какие-то. Ночные волки, блин, тут ходят. Ну-ка, покажите мне карту. Как нам тут пройти? Ой, слушай, а мы, оказывается... Так, Вермиля. А слушай, слушайте, мы тут немного не в том месте. Нам надо вернуться назад. До Фуксии нам еще далековато. Идти там слишком сильные покемоны для нас. Нам в другом месте надо сейчас быть. По сюжетной линии. Так, ну вот, телочку вынесем. Да елки-палки, своей квик-атакой достал. Чаги. Дело свое сделал. Мяут. Давай, праймейпа. Пустим. Давай, каратехой. Выноси. Кошака. Ну и пиджей. Да, тут можно и чарика нашего качнуть на пиджее. Да, думаю, пламени банального хватит с головой. Так, пиджи готов. И пиджотто. Тут огнемет, наверное, все же лучше. Да я упал опять. Квик-атакой меня поранили.
Это я терпеть не могу, ребятки. Так, я победил девочку. Тут вроде уже были. Да. Ой, вот эту девушку мы с вами еще не встречали. И упало 5 покемонов. Ну ладно. Все пиджеи сейчас. Окажется, будет нелепость дня. Так, Пикачу. Ну, Пикачу это довольно-таки серьезный пок. Так что будем тут поосторожнее мы, окей? Так, ладно. Ну-ка, Пикачуха. Огнеметом. Сейчас на тебе. Мяут. Давай, когда ты чопом. Еще два осталось покемона. Кого ты чоп, пожалуйста. Ну и еще один мяут. Все, вынесли. Мяута. Да ёпа. Так, достали звонками своими переводами. Давай. Плеер побеждает пикникера. Погнали. Осторожненько. Не хочу с ними пока бодаться. Да ёпалы! Как так получилось? Так, ну, Маджикарп это... Маджикарп это еще ладно. Сейчас еще одного. Загасим и норм. ...864 за победу и пошли отсюда. Так, а нет, не все.
Супертренер, ты уж извини, но не будем мы с тобой пока сражаться. Отправляемся мы в Вермиллион Сити. А, да, кстати. Наверх-то заберемся, может, полезное что-то расскажут. А, мы тут уже были. Так, 30 покемонов. Я хз. Поймал ли я 30? Ну, допустим, да. Только 21 поймал. Негодяй. Такой я. Ну ладно. Ну ладно. Тут мы всех замочили, по-моему. Так что. Спокойно тут пройдем. Не будем тут упарываться дико. Так. Ай, Лёшкин. Варюшкин. Так. Ну, давайте. Чё? Вниз спускаемся. Так. Ну и давай. Да. Секундочку. Подождите. Мне тут. А, все. Окей, погнали. Тут мы сражались уже. Бакетчеров ушатывали. Да, нам надо на север пройти по дороге. Так. Я что-то не понял, почему? Чего эта дорога закрыта? Мне вот интересно узнать. Так, давай через подземку тогда. Вот ублюдки. Почему-то не пускают. Реально. А почему? Неизвестно. Так. Ну, давай как посмотрим. Как посмотрим, блин. Так, мы можем, знаете, что сделать? Мы можем великом воспользоваться. Да, это, в принципе, нормальный вариант, я считаю. Так, ладно. Ну а куда? Куда тогда? Тебе подождите, нам в Силадоне еще дорога есть. Во, нам в Силадон может идти. Помните, там дорога была. Что-то думал. Придумал в итоге. Чертовых рыбаков только надо обойти как-то. И окей, все будет. Ой. Тут носиться как угорелому. 1000 шагов, блин. Так, вот этого чувака мы обошли.
Эконс у меня уже пойманный, так что ловить не буду. Нам сейчас, по всей видимости, надо будет действительно пойти в Силадон Сити. Давай, смотри в другой месте. Ой, сука, увидел. Ненавижу этих рыбаков они. Со своими маджикапами вечно. Лезут. Чик по 4 штуки. А, поливак на этот раз. Ну ладно. Поливага мы еще, может, и не сможем задавить. Кстати, там были ПЦ, а я что-то даже покемонов не вылечу. Вот даю. Да, ну тут что-то какой-то печальный чувак. Выносить с одного удара всех покемонов можно. Несмотря на то, что они в типе. Превосходят нас. Блин, еще чертяга. Ну, все равно нас бы заметил. Что-то тут они какие-то заскриптованные попались. Ну, один покемон 27 левела, это не фаталити, так что в атаку. Еще чертяга, но это, по-моему, последний. Последний или предпоследний? Из этих чудо-рыбаков. Немножечко осталось, и мы с вами получим еще один уровень. То не может не радовать. Критический удар. Так. Так. Нет, тут еще один козел стоит. Смотри в другое место. Ой, успели. А не, слушай, мы, наверное, уже сразились с ним. В чем фишка вся? Так. Все, значит, мы попали на маршрут 8. Ну тут мы уже, по-моему, совсем сражались. Со всеми, с кем только можно. Еще пиджи. Убегаем нафиг от него. Ой-ой. Ночные волки атакуют наши дороги. Так, с этим мужиком мы забрались. Так, это дорога на Сафрон, насколько я помню. А мы идем в Силадон пока.
Экроут 7. Эк, подожди. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Нам сюда, а не туда. Так, в магаз зайдем, там, по-моему, что-то нам интересное дадут. На самый-самый-самый-самый верх пойдем. Ой. Так, какой этаж? Пятый. Уехали на пятый этаж. Все, приехали. Ну, погнали дальше. Так, подождите. Это у нас еще не верхний самый. Что тут у нас купить можно? Фрешвота, лимонад. Захвачу на всякий пожарный. Я не помню, для кого-то эта фишка нужна. Так, я, конечно, эпично тут зафейлил. Пришел сюда, где... водички. Так, мы еще просто не поизучали сам Селадон. Я что вспомнил. Какая-то квестовая фигня тут имеется в домиках. Это что у нас такое? Селадон Мэншн. Так, а ты кто вообще? Понятно. Так, тут где-то... Да, действительно, тут где-то чай дают. Да, я получил чай. Все, теперь мы вроде можем в Сафрон пройти спокойно. Так, ну на верхних этажах, по-моему, там ничего вообще нет. Сейчас я тут проверю. Да, тут какие-то коробочки, всякая хрень ненужная. Ну все, мы получили, походу, квестовый чай. Я не помню, просто чай или вода, что-то. Что-то там надо для того, чтобы охранничка нашего взбодрить. По-моему, с квестами тут все. Сейчас нам... сюда идти. Давай, пей. О, пустил, чувак. Спасибо. Так. Все, в Сафроне мы. Ну, что теперь делать? Дайте-ка подумать. Ну, наверное, пойдем. Это столица Канто, насколько известно. Надо бы поизучать. Давайте, наверное, в ПЦ сходим вначале. А то что-то я тут вообще с ума сошел. Взял такой покемонов, не лечил. Так, в БУПК еще зайдем. Депозит покемон. Депозитнем. Жуков депозитнем. Так, и заберем мы Венаната.
и Снорлакса. Так, все живы-здоровы, так что мы спокойненько можем продолжать наше движение. Так, стоять. Что-то мы куда-то врезались. Непонятно куда. Столько домиков. Ну нет, нам надо вот сюда. Сливко. Очередная веселенькая корпорация, которая захвачена командой рокетов. Пойдем по лесенке. Все выше и выше, выше и выше. Так. Телепортаторы. Тут, слушай. Все так наворочено. Так, ученые. Слушайте, 41 минуту играем. Слушайте, давайте, наверное, сохранимся на этом. Да, я не могу уже дальше съемочку продолжать, потому что тут будет очень долго у нас все идти. На этом пока закончим тогда. Все-таки. С вами был Металл. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.